В марте текущего года планируется начать работы по благоустройству территории Лыбедского бульвара. Представители администрации Рязани обратились к владельцам несанкционированных торговых точек с просьбой до 15 марта территорию бульвара освободить. Знаменитую барахолку планируется перенести на свежеасфальтированную дорожку на улице Горького близ стадиона «Спартак». По данным горадминистрации, в рамках благоустройства Лыбедского бульвара будут проведены работы по организации парковой зоны. Установлено искусственное освещение, ночная подсветка, также будет разбит газон, размещены пешеходные дорожки, оборудованы детские спортивные площадки. В общем, в ближайшем будущем в нашем городе появится отличное место для прогулки и проведения семейного досуга.